Всем привет, друзья. Тут приехал на сборы малины. В Подмосковье поспела малинка. Малинки очень много. Хотел вас с вами поделиться интересной идеей, куда я собираю малину. Можно, конечно, использовать ведерки, баночки всякие, пакетики. А я использую пластиковую бутылку. Батюшки! Сделал такой вот надрез. Полторашки. Висит она у меня на поясе. Вот видите. И удобно собирать. Можно двумя руками. Как только наберется, я ее пересыплю. Но малины сейчас очень много. И она набирается у меня 30 минут. 30, максимум 40 минут. Полторашка. Очень удобно. Так что пользуйтесь. Друзья, прошло полчаса для меня. Для вас пару секунд. Все. Бутылочка у меня практически полная. Ну, дальше не буду, потому что будет высыпаться. Поеду я, наверное, домой. Потому что тут дождичек собирается. Уже покапывает. Ну и хватит мне на пару баночек малинового варенья. Молодец! У тебя варенье есть? Есть. Тащи.